It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. Доброе утро, друзья! Сегодня у нас вторник, 27 декабря. И мы направляемся в аквариум, в который мы давным-давно хотели попасть, но никак у нас не получалось. И вот мы в него попадаем. Мы едем в аквариум Торонто, самый большой аквариум Канады крытый. И в нем даже есть столько всяких разных персонажей, даже очень какая-то дорогая медуза. И Доша свой журнал, свое путешествие будет... фотографировать фотографии, потом из них мы сделаем видео, как было его путешествие. Вот, и все, посмотрим, покажем, что удастся. Приехали на метро, запарковали машину, сейчас на лифте спускаемся в метро, что мы с колясочкой, купим билетики и поедем. Мы заходим сейчас в отдел хищных рыб, опасных рыб. И здесь мы как бы оказываемся под аквариумом. Мы будем ехать вроде как под аквариумом. И здесь пол, который едет сам, просто тянет такая резиночка, такая дорожка. В общем, сейчас вот мы на нее уже встали, и она медленно тебя провозит. Все, больше ножками идти не надо, можно стоять, тебя будут вести. И вот мы въезжаем. Thank you.
сейчас смертельный номер, и то будет акулу трогать. How does it feel like the? Feels smooth and really nice. Nice? Yeah, nice. Молодец! I'm proud of you, Idosha. Ты не боялся так, мадам.